Мы привыкли, что Volkswagen называет свои модели именами, а не индексами. Polo, Passat, Tiguan. Но для электрических авто избрана иная стратегия. Все они имеют приставку ID, после которой идет цифра. Уже есть хэтчбэк ID3, кроссовер ID4. А теперь появилась машина ID6. Последний создан строго для одного рынка – китайского. Причем немцы наладят производство на двух разных заводах. Из-за этого им пришлось подготовить две версии, немного различающиеся по дизайну. Так, северный завод FAW Volkswagen будет делать исполнение Кроц, а южная площадка SAIC Volkswagen освоит сборку версии X. Видимо, подобный подход позволит равномернее загрузить имеющиеся мощности. Сама шестерка – это крупный паркетник, который по размерам напоминает Touareg, но отличается большей базой при меньшем клиренсе. По технике же кроссовер повторяет младшие тройку и четверку. Даже барабанные тормоза сзади остались на месте. Впрочем, исходную архитектуру MEB растянули так, дабы сделать салон трехрядным на 6 или 7 пассажиров, включая водителя. Клиентам предложат выбрать не только конфигурацию салона. В списке вариаций значится пара заднеприводных электромобилей разной мощности, плюс один полноприводный. И, конечно, Volkswagen заготовил разные аккумуляторы, попроще и помощнее. Тем временем Mercedes перевел на электротягу кроссовер GLB. В зеленой ипостаси модель именуется EQB, а внешне отличается иным оформлением передка и кормы. Оформление интерьера дизайнеры менять вообще не стали. Несмотря на наличие под полом тяговых аккумуляторов, новичок может предложить трехрядную компоновку салона. Правда, на галерку рекомендовано сажать людей ростом не выше 165 см, а лучше детей. Пока представлен лишь самый мощный вариант – с двумя моторами и полным приводом. В сумме двигатели выдают около 300 сил, а тяговой батареи емкостью 80 кВт-часов должно хватить на 400 км пробега. Базовой будет 200-сильная одномоторная машина, но ее, а также целый выводок других модификаций презентуют попозже. Первым собирать новинку станет китайское подразделение Мерседеса, а затем начнутся гастроли модели по всему миру. И это начало большой электрификации. Ведь даже подразделение AMG готовит свою вольтамперную модель. Как говорится, то ли еще будет.